И там Фостик, осторожно, ты чего там? И вот, что мне с этим Фостиком делать? С Фостиком ничего не делать. Вон там крысочка, она недовольна. И всем привет, уважаемые крысоманьяки, подписчики и зрители канала Громогон. С вами снова Рос, и сегодняшнее видео для меня радостное, потому что от нас уехали три пасючки. Именно три сразу в одной хозяйке. Я дико доволен, что я добился, можно сказать, своего. И, собственно, крысиные хроники по этому поводу, ну, такие небольшие, просто так. Что видел ты, не видел рай, богатство и сломанье. Девочки, вот там, а. Вот всех пересадили, вот в этой клетке они поедут. Куда они поедут? Волгоград. Ни хрена себе. Волгоград. Сутки ехать на... Поедут они на этом... Не на такси, а как это называется-то? На Блаблакар. Поедут на... Чё, на чём? Блаблакар. На Блаблакаре они поедут. А вот здесь вот, смотрите, вот Мальва тут сумку от кутюр намутила. Вот. И из двух ашановских она сделала одну. Теперь надо сейчас ее утеплить немножко, потом засунуть крысичков туда. И вот, собственно, вот они там, они не хотят. Я так бережу, я дебил, это реально. Это, в смысле, там Фостик, осторожно, ты чего там? И что мне с этим Фостиком делать? С Фостиком ничего не делать, вон там крысочка, она недовольная. Едут три штуки, как я и хотел. Трое едут сразу, три девочки, вот, видите, вот это один девочка, вот один девочка. Три подружайки едут в Волгоград. К опытному человеку, к опытному звездоводу, звездоводу, к пасюководу, она, да, пасюками она занималась. Вот эту вот штучку, пожалуйста, верните. Она у меня последняя осталась. Моя крыса вернулась. Давай, ставите, поставим и проверим, как она нормально. А, это не многовато? Ты специально по диагонали ставишь? А как надо было? Да, печально. А, ты вот так это сделала? Ну я же это, да. Ты рос. Все, да, этим я, все я сказано. Я вырос уже давно. Это рос. Вот. А, ну зашибись. Теперь надо только утеплить и все. Я до машины довезу ее, в принципе. Нормально? Да, нормально. Вот. Ну. Крысочки мои, короче. Ну, я не ною, я плакаю. Я не плакаю. Вот, все. Теперь ждем человека, который на их повезет. И, собственно, я буду переживать, плакать. Потом буду тут сопли пускать со слюнями. Мои хорошие. Утеплитель проложили. Вот, это закроется. Все, никто не простудится. Никто не простынет. Папа продолжает пускать сопли. И ждем машину. А, как же тяжело отдавать животных, когда они уже столько времени с тобой пробовали, и когда выпаивали их практически вот с такого вот возраста. Да. И подводя итоги, хотел бы сказать, что, ну, во-первых, они доехали, прекрасно доехали, все хорошо, уже у хозяйки, хозяйка радуется, меня дергают за вот эту самую, меня хотят в клетке видеть, да, вот говорит, пойдем, папа, туда хочу. Я действительно доволен, у нас вот остались две девочки, тоже бы хотелось их пристроить, чтобы сразу двух, ну, потому что они подружки. Ну, я действительно рад, я доволен, и, собственно, не знаю, что еще сказать. Вы все видели и так все прекрасно знаете. А с вами, как всегда, был Рос. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, любите крыс. И всем пока.